Ирка, счастье-то мое. Ты в курсе, что у ваших соседей подозрение на ковид? И что? Я приехала взять у вас тест. Уважаемые граждане, цель для обеспечения безопасности вводится режим строгой самоизоляции. В Москве все больницы забиты. Ты сиди в своей комнате, будь всегда на связи, поняла меня? Верочка, что случилось? Виктор убил свою жену. Я березу пилил. Ир, слышала? Это не рука была. Это была ветка березы. Что происходит? Это новый штамм коронавируса. Мы еще пока не понимаем, как это работает. Но у нас часть заразившихся впадает в агрессию. Ир, я тебя прошу, будь аккуратна. Почему ты с мамой со мной через губу разговариваешь? Не надо злить отца. У нас в госпитале всех мобилизовали. В Москве... Санитар! Что происходит? У меня не было выбора. Он меня снова ударил, мам. Наташ, смотри. У меня что-то с давлением, наверное. Я не знаю, почему все эти годы ты пытаешься сделать из своего отца монстра. Есть семья, и нужно научиться уступать. Может, уже хватит?